Всем привет, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики, всем тем, кто заглянул на мой канал. Ну что, дорогие мои девочки, снова я пришла на линию 10, павильон 110. Очень многим полюбившим этот павильон. Многие мне пишут благодарные слова, и всем нравится, покупают, закупаются ветровки, куртки. И очень много людей приходят тоже. Также сейчас идет распродажа зимних пуховиков. Также пуховики зимние тоже можно здесь приобрести. И сегодня я попросила Анжелу показать. У них пришли новые пыльники. Я пробегаю, постоянно ориентируюсь по новинкам их. И также, девочки, посмотрите, распродажа. У них остатки, размеры, ветровочки и плащи. Плащи, да, тоже распродажа? Да. Остаточные размеры. И я Анжелу попросила, чтобы она рассказала нам и показала распродажу этих ветровок и плащей. Поэтому, дорогие наши друзья, ну, конечно же, Анжела и вся ваша команда, Лена, Самир и парень, как отправку делать? Миша. Миша. Михаил. Да, Михаил, вся ваша команда, молодцы. И у вас открылась страница YouTube-канал, как называется? Стиляшка. Стиляшка. Дорогие подписчики, ссылка будет под видео. Стиляшка. И также еще, конечно, мы говорим вам новость, уже вас подготавливаем. Этот павильон стиляшки переезжают в торговый центр где-то к концу месяца, да? Да. И обязательно мы вам потом укажем новое место, ребят. Поэтому знайте, что этот павильон будет переезжать в другое место. Ну а сейчас, Анжелочка, да, тебе слово. Здравствуйте, и снова здравствуйте, наши покупатели, наши подписчики. Рада вас приветствовать снова у нас в гостях. Хочу вас поблагодарить, то, что вы к нам приходите, у нас покупаете наши модельки. Еще благодарность нашим бабушкам по старшему возрасту, которые любят наши сериалы. Угу. Вернее, сериалы «Тамары Шик», которые смотрят, видно, по вечерам сидят, смотрят и к нам приходят. Потому что я не думала, что столько людей смотрят «Тамару». Прям приходят, можно сказать, что толпами, да, приходят, на самом деле покупают. Зимняя распродажа у нас еще есть. Сейчас уже синтепон со скидками тоже есть. И также, дорогие подписчики, да, присылайте свои фотографии в этих курточках. Обязательно. Да, желательно, девочки, вот сделайте скрин, отправляйте, так будет легче работать. Просто по скрину можно там подобрать и цвет, и размеры, чтобы легче было сразу. Угу. Ну что, что хотела сказать. Получили мы уже пыльники без подклада. Ну давай, показывайте. Показывайте. Еще ветровки, вот есть новинки. Могу начать вот с этой модели. Давайте, модели тоже. Вон. Больших размеров она идет модель. Угу. 56-66. Ветровочка и, такая. И в темном, да, цвете? В темном цвете. Она у нас еще есть в пудровой расцветке. Угу. Просто не все здесь висит. Вот. Она такая, регланчик идет, рукав у нее и капюшон съемный. Также подписывайтесь в WhatsApp-группу к Анжеле. Туда тоже они скидывают модельчики. Да? Да. Во, да, все группы. Так, я как и сказала, размер 56-66 идет. Цена будет 3,5 этой ветровки. Угу. Она же есть еще в норме. Вот норма. Угу. Моделька в норме. Вот так вот ее тоже покажу вам. Сниму. Угу. Вот она в норме есть. В молочной расцветке, в мяте есть. Пудровой расцветки тоже есть. Такая легкая тоже. Баллончик идет, ткань на подкладке. Вот это вот наш всеми любимый цветочек модель. На повторе уже третий раз. Тоже размер 48-58. Хлопковая пропиточка идет. А расцветки? Пропиткой. Она у нас, к сожалению, осталась только в этой расцветке, потому что разобрали. И в мяте, и в голубой было. Нет, угу, ее уже разобрали. Угу. Что еще из новинок, из ветровок показать? Ну, наши любимые морячки. Повтор, да, пришел повторы, опять? Повторы уже. Да, их многие полюбили, да, да. Повторы, что в норме. Вот еще новый цвет у нас появился. Горчичка еще. Вот такая вот горчичка у нас еще появилась. Ага. Видите, 4 расцветки. Угу. Прям покупатели ее тоже очень любят, что оптовики, что розничные. И цена? По джинсики одеть хорошо. 3800 такая модель. Угу. Спасибо. Вот еще расцветка такая. Вот модель норма. Пудровой расцветки тоже очень красивая модель. Легкая такая штормовочка. Угу. На прохладную погоду и от дождя. Угу. Такая 3,5. Ага. И вот, а еще... вот еще и Самир достает. Ага. Посмотрите. Жалко. Бирюза. Вот, видите, такая бирюза красивая. Получается у нас 3 расцветки. Беж, бирюза и пудра.
Ребят, знакомьтесь, вот Самир, он тоже, кстати, участие принимает в ваших ветровках. Поблагодарите его, потому что загрузку, погрузку, отгрузку оттуда, да, скидывает, на склад бегает. Это вот этот парень Самир, который все это делает, самые такие моменты. Тоже его в комментариях поблагодарите, потому что действительно парень очень хорошо старается и делает для того, чтобы вы были красивые. Пожалуйста, напишите комментарий ему, плюсик. Не ожидал парень. Ну, ребят, людей тоже надо и за кадром благодарить, я такого мнения. Пусть даже дворник, но уборщик там или кто. Люди, они тоже работают, поэтому... Нет, мы команда очень даже дружная, сами дружная, веселая, позитивная. Да, у я нас... согласна. Да, отвлеклись такие... от темы немножко, но ничего страшного, тоже надо. Ну, давайте следующие модельки. Хотела показать, вот, пыльники уже получили. Мы их называем пыльники, их оптовики называют пыльниками. Это получается ветровки без подклада, хлопок. Так интересно это. Хлопок. Ой, вообще люденькие такие, да. Это хлопок, натуралочка, хлопок идет. Вот, смотрите. И расцветки, смотри. Три расцветки есть. Тут их несколько расцветок. Вот они такие. Почему? Вот. А вон же еще. А, это... Это другая, удлиненная. Ага. Вот. И сколько размеры и цена? Они будут размер 46-56. Цена будет 3000. А еще какая расцветка? Еще одна мята. Она вот висит там наверху. Понятно. Там надо будет показать ее. Потом удлиненная. Вот они. В трех расцветках. Вот такая вот модель. Тоже хлопковые. А синие, что есть у вас? Вот цвета они. Четыре цвета, да? Да, даже четыре цвета. Вот они. В четырех расцветках. И размеры цена? Мята. Желтенькая мята. Вот четыре расцветки. 46-56 идут. И цена будет 3200. Это пыльнички. Так, а какие еще? Давай покажи. Потом. Что хочу показать. Большие размеры. Так, вот они. Тоже большие размеры, тоже цвета есть. В основном такие все пастельные тона идут. Пастельные тона на лето. Вот. Сколько как мы вешали, вот сейчас не могу даже все разобрать. Еще парится просто модель. Вот. Три расцветки. А они сколько? Так же. Но они будут от 3000 натуралка. Хлопок. Так, что у нас тут интересное? Какие там анжелочки у вас? Вот такая вот модель тоже. На лето легкая такая, на хлопке. Также 46-56 модель, капюшон съемный. Девочки, цвета есть, только еще не успели все отпарить, отгладить. Вот кому вот нужно будет, там по расцветкам уже все покажем. Вот такая вот еще модель. С такими вот цветочками. Кармашки такие. Тоже кармашки. Здесь регланчик выходит, получается, реглан рукав. А размеры и цена? 46-56. Они все идут этого размера. 46-56. Сейчас покажу модель, которая у нас вот такие вот полномерные, хлопковые тоже. Эти уже идут до 60-го. 50-60. Вот посмотрите. Тоже расцветки много? Тоже есть расцветки. Еще не успели все отпарить. Только получили мы вчера вечером. Сегодня вот утром начали отпаривать. Ашик хочет уже показать девочкам. Ашик хочет, да, забежала. Давай, говорит, сниму, покажу девочкам. Вот такие вот пиджачные варианты. Пиджачная, тоже хорошая модель. Тоже хлопок. Тут размеры также идут до 60-го. Ну, там, смотрю, голубой, пудра голубая есть. Голубая. Вот эти вот, да, есть. Вот голубая такая расцветка хорошая по джинсу. И пудра. И пудра. И сколько цена их? Такая будет 300. Так, давайте вот эти, что это за... Аккуратно показываем, да? Да. Смотрите, вот такая вот расцветка. Кто любит такие вот яркие под джинсу хорошо, под футболочку белую хорошо. Она в трех расцветках есть. Вот такая спокойная тоже. А еще наши модельки готовы, наверное, да? Нет, ничего не готовилось. Так, еще, да, есть модельки у вас? Есть, есть, но они а там еще что пришло у вас? Вот они наверху, наверху вот пыльники в цветах пришли. А, ну давайте, ага, покажем. Пыльники пришли, вот еще. Так, а давайте вот эти вот, что это за пыльнички? Вот из этой серии, которую вот я сейчас показывала, по расцветках есть. И в цветах. И сколько цена их? 3200. Ага, а вот эти? А вот эти мы показывали же, да? Да, только цвета. Только вот, цвета я хочу показать. Ага. Вот эти вот. Только начинаем получать.
Только начинаем получать. Сейчас будет очень огромный тоже выбор. Только начинаем. Оно еще здесь у нас еще не отпарено. Поэтому вот еще такая модель. Только не могу ее показать. Она тоже такая интересная. Ага, ну давай. Видишь? Покажем. Такая пиджачный вариант. Просто еще не успели отпарить. Ага. Вот ясно. Много количества есть. Смотрите, о, много интересного. Давайте это все на отпаривателе, да? Да, отпаривать. Да, угу. Хотели оставить на попозже показать, но уже решили сразу. Да. Так, ну, Анжел. Смотри, вот это вот на ветровочке, посмотрите, вот такая вот на ветровке тоже. Вернее, удлиненная. Вот эта вот модель тоже очень красивая. Это из новинок. Это из новинок модель. Красный еще, да? Красный есть, еще бежевый есть такой вот вариант. Вот такой вот бежевый красивый вариант есть. Кто любит такой нейтральный, ничего лишнего. Хорошая модель. 40, и сколько цена? 46-56 размера. Цена идет 4200. Здесь очень много. Вот даже сейчас женщина мерила. Я не могла подойти, потому что тут и отправка, и люди идут. Вот сейчас уже закрыли павильон для того, чтобы с двух сторон, чтобы вот никто модель, не заходил. Вот эта модель на повторе. На повторе, девочка моя, она очень нравится. На повторе такая с кармашками. Тоже в цветах есть. Мне захотелось снять, показать. Еще. А вот эта вот женщина, которую вот сейчас женщина покупала, женщина как его? Купила вот эту. Давай вот эту модельку. Прям она вот такая она. Интересная. Смотри. Она мне понравилась на ней. Да, да, да. Она светленькую взяла. Вот такая вот пудрь хорошая. Очень понравилась. Здесь капюшончик съемный. Так что моя подписчица, вот женщина, такой... которая купила, большой вам привет. Очень мне понравилась на ней эта моделька. Рубашечный, а вообще смотрите, стиль. Сколько вот ветровок. Эту мы тоже не показывали. Они так, знаете, как их так столько много, что я даже забываю, какую показывали, уже какую нет. Я уже захожу и говорю, ну-ка покажи, что-то у вас новое появилось. Вот это тоже на кулисочке. А размеры и цена? 46-56. Цена такая 4300. И расцветки тоже в красном цвете тоже есть. Да, в красном джинсе есть, горчица есть. Тут клепочки, видите, клепочки тоже интересные. Расстегиваются. Захотел в машину, сел, расстегнул. Да, вот ты уже здесь у меня сама как будто, да? Да, как да. У себя дома все знаешь, все рассказываешь. Ну, вижу, да. Все знаешь, все рассказываешь. Ваши куртки уже сколько снимаешь. Анжелочка, я хочу еще... Вот, я обратила внимание, вот сколько тоже, когда заходила, с сердечками женщины, вот, тоже мои подписчики покупали, да, у вас вот такие вот? Сердечки у нас вообще даже не обговаривается, они продаются очень хорошо, их очень много. Да, я заметила, что люди... Очень полюбили эту модель, тем более сейчас на лето белое. Там под джинсу, под... А какие цвета остались? А все есть. Есть, да? Да. Вот они, сердечки. Я просто вижу, цвете, что... В мяте есть. А, вот, да. В мяте, в сиреневой расцветке и желтой. Желтый, когда у нас на улице висит. Сколько их цена? 3800. Так, а вот это вот спорт, да, такой? Спорт такой вариант, тоже цена 3800 и в расцветках. Размеры? 46-56. Ага. Так. Большие размеры. Вот эти, кстати, новинки.